Привет, друзья! Сегодня мы покажем вам трамвай города Краснодара, а на одном из них даже прокатимся. Первый трамвай был пущен 23 декабря 1900 года. И Екатеринодар, так раньше назывался Краснодар, стал 17-м трамвайным городом в Российской империи. В городе действуют два депо – восточное и западное. И на балансе двух депо более 350 пассажирских вагонов. Так, удалось прокатиться нам на трамвае. Здесь кондуктор, да? Осторожно. Выступать места пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями, беременным женщинам и пассажирам с детьми на руках. Будьте вежливы. Мира 65. Телефон отдела кадров 8 900 290. Следующая остановка — улица Хакурата.
Подписывайся на мой канал Максон Патиссон. Пока-пока!